режем лучок, столько много шинковали, столько лучка. Подливаем еще немножко оливкового масла. Наш шелчок ждем золотистый. Ставим водичку. Будем использовать номер 5. 10 минут варить, а то и 12. Сорт такой типа. Пьем из микроволновки. Заморозку нашу. У нас там вот такая красота. Лисички. Берем еще одну сковородочку. Нифига там туда. Масло со сливочным. Еще одну чесноковину. Две маленьких. Добавляем еще немножко оливкового, кидаем наш чесночок и лучок, берем наш спагетти. Да, чтобы... Берем наш красивый бекончик, отрезаем наш бекончик и будем его к лучку с чесночком кидать. Жарим наши лисички с лучком, обжариваем бекон, варим спагетти. При водном вливаем с наших лисичек лишнюю жидкость. Берем наши сливочки. Оставляем чуть-чуть на дне. Берем наш бекончик. Со сливками, вы скажете, нельзя, а нет, можно. Добавляем остатки сливок. Наши промытые спагетти. Соус почти готов. Делать это на двоих, то можно туда прям бахнуть. Но так как у нас дети, они то не едят, только это едят. Берем на вкус лисичку. Очень вкусно. Это почти та же самая карбонара, только бекон с лисичками. Ну, сливки. Берем наши спагетти. Ну что, всем приятного аппетита и хорошего вечера. Всем удачи.